Христос воскресе! От всей души я поздравляю вас, наши дорогие телезрители, с праздником Светлого Христового Воскресения. Сегодня, в среду Светлой Седмицы, в эфире православная программа «Свету Гриша» и я, ее ведущая, Бурдейна Елена. Я с удовольствием представляю нашу гостью Кристину Полякову, выпускающего редактора журнала Синодального отдела по монастырям монашествующим «Монастырский вестник». Христос воскресе! Воистину воскресе! Очень рада вас видеть еще да, раз. Я рада тоже, что наши пути вот пересеклись здесь. На Светлой Седмице. Да, на Светлой Седмице, в этой студии, студии телевидения у Гриши. Кристина, вот такой вопрос, что за годы, наверное, издания выхода в свет «Монастырского вестника» на его страницах было опубликовано огромное количество материалов, посвященных самым разным темам жизни Русской Православной Церкви и ее многомиллионной пастве. И наверняка и неоднократно звучал разговор о церковно-славянском языке. Ведь не секрет, что для многих людей, которые годами даже ходят в церковь, в храмы, вот богослужебный язык так и остается непонятным языком. Да что там говорить о богослужениях? Даже некоторые слова, смысл слов самых известных наших молитв порой ускользают от нас. Ну а там, где нет, теряется смысл одного слова, исчезает действительно глубинный смысл и всей молитвы. Вот вопрос такой к вам, как человек, который не только занимается изданием серьезного такого журнала, но и по выходным дням преподает церковно-славянский язык в воскресной школе. Вот существует ли у детей вот так называемый языковой барьер? Или это только трудности людей, которые уже в зрелом возрасте пришли в храмы? Вы знаете, хочется начать с того, что касается детей и вообще воскресной школы, это немножко отдельный разговор. Да? Касаемо богослужения и богослужебных текстов, люди, которые ходят постоянно в храм, и у них на слуху этот язык, им, конечно, немножко легче, но это не говоря о грамматике. Потому что если мы углубимся в грамматику, фонетику, алфавит и так далее. То есть это немножко отдельная тема. На страницах «Монастырского вестника» эта тема у нас не поднималась, потому что она такая как бы обособленная. У нас немножко другая тематика. И мы не поднимали эту тему, потому что она у нас, тем более, аудитория уже воцерковленная. Но и, конечно, люди, которые только интересуются православием, в принципе, они нас, наверное, не читают. То есть у нас такой журнал узкоспециализированный, и эту тему мы не поднимали. Говоря про воскресной школе и трудностях, с которыми сталкиваются люди, которые хотят изучать церковнославянский язык. И хочется здесь сказать, что таких людей очень много, что очень радует нас, преподавателей, ну и вообще, наверное, нас как паству, потому что язык этот для нас очень дорог, и очень важно его сохранить. И когда люди приходят с целью изучить его именно серьезно, углубиться, то есть не просто какие-то слова незнакомые, да, как вот вы упомянули, например, в молитвословиях, в песнопениях, которые на слуху слова, а именно такие разные слова, там «абаче», «зане», «зело», ну «зело», наверное, у всех на слуху, смирился на «зела». А вот другие слова, конечно, здесь без словарика не обойтись. И что здесь самое главное, мне хотелось бы подчеркнуть, что здесь все зависит от человека, как в любом деле, как в любой профессии. Студенты приходят, учатся, либо не учатся, да, то есть если ты готов взять, что тебе дает преподаватель и хотел бы донести, то, конечно, уши услышат, да, как бы услышат, кому нужно, тот услышит, тот увидит. И здесь, конечно, нужно заниматься именно целенаправленно, но для современного человека, у которого клиповое сознание, особенно у детей,
то есть это айфоны, айпады, это картинки. Палочки-выручалочки, да. Казалось, на каждый случай вообще жизненной какой-то ситуации. Для них, конечно, очень важна картинка. Поэтому для детей, ну и, в принципе, для взрослых, я стараюсь приобретать и им рекомендую какую-то литературу. Альбомы даже вышли огромные, такие красивые. Сейчас мы их покажем нашим зрителям. Азбука церковнославянского языка и для детей, и для взрослых. То есть еще очень здесь интересно, что я рекомендую учиться и заниматься по школьным учебникам. Прописи для детей, основы церковнославянского языка, какие-то буквари, учебники, то самые взрослым, простые. Даже да, взрослому да, человеку начинается да, азов. Потому такие. Что, когда ты видишь картинку, я сама так изучала язык, и вот эту методику я сама ее разрабатывала, и мне самой было так легче. И даже те преподаватели, с которыми мы на связи общаемся, тоже рекомендуют самые простые учебники. Это для начала. Конечно, уже потом, когда мы читаем Евангелие, Псалтырь, когда мы уже такие богослужебные тексты изучаем. Это все уже немножко, да, можно брать и учебник Мироновой, и Плетневой, это вот самые такие, то, что на слуху. А в основном это картиночные, маленькие то молитовки. Вот как раз то, что у нас сегодня да, на столе, давайте вот посмотрим. Это азбуки. Вот я очень люблю вот этот имя слов, Ветроград, это известная такая серия. У них в этой серии выходили богослужения, литургия, всеночное бдение, пояснение, рабочие тетради и тетради для учеников. И здесь на каждую букву, вот мы, например, открываем, на каждую букву идет пояснение, с картинками, с упражнениями, со словами, которые эта буква, где эта буква употребляется. И все вот это очень наглядно, особенно, конечно, для детей это очень интересно. И здесь же можно делать упражнения. Это вот одна из самых таких популярных Кристина, серий. Кристина, ну вот скажите, взрослый человек вот приходит на занятия, да, воскресной школы, там же есть и для взрослых занятия, вот садится за вот эту, берет тетрадь и начинает действительно заниматься. Много таких энтузиастов, которые действительно хотят узнать суть и вообще понять этот язык. От мала до велика. У меня занимаются люди, детки с 8 где-то 9 лет и до 70 есть. То есть люди приходят в пожилом возрасте и с таким энтузиазмом. Вы знаете, мы проходим, сейчас мы остановились на местоимениях «Иже», вот это известное «Иже с нами». Местоимения, там они склоняются по числам и так далее. И мы вот это все проходим. Конечно, иногда случаются трудности, где-то на чем-то приходится останавливаться, но вот у нас грядет зачет, контрольная работа, и мне пришло сообщение, что мы вас надеемся удивить. Вот в ожидании. Кристина, вы строгий педагог. Скорее, наверное, нет, но требовательный. В том смысле, что мне бы хотелось, конечно, донести, и чтобы люди это взяли. То есть иногда бывают такие сложности, что ты вроде пытаешься людям что-то рассказать, донести, а вот ну никак. А хочется же, чтобы вот как-то разделить эту радость, узнавание. Потому что когда изучаешь особенно евангельские тексты, и многие цитаты на слуху у людей воцерковленных, и когда они их узнают в упражнениях, например, они с такой радостью переводят, то есть они на слух уже знают это, а тут они видят эту букву, они ее узнают, ну, как детки. Например, еще очень интересно, как мы изучаем цифры, буквенная цифирь, да, цифры и числа. С детками мы года вот, или какое-то определенное число изучаем через их день рождения. И у нас доска разламывалась от энтузиазма. Вот это горящие глаза, все хотели записать свою дату рождения и год. А потом, еще когда мы написали год 2018, который по-церковнославянски выглядит как слово «вий», детки мне сказали: «У нас год Гоголя». То есть это, знаете, такие вот на уроках иногда, конечно, ну, наверное, дети... Это зависит, конечно, от педагога, такие вот небольшие находки, которые сподвигают просто детей там, и взрослых людей продолжать вот эти занятия, причем в такой форме, в игровой. Кристин, а вот такой вопрос, и готовясь к программе, я понимала, что
у нас есть такая проблема небольшая, привыкание к непониманию. Да? Мы заучиваем... Зубрёжка, да? Да, зубрёжка. Угу. Тексты. Мне кажется, вот отче нас, мы же ведь не зубримы, как будто бы его, эту молитву все время произносим, но тем не менее это автоматически, настолько автоматически, что мы можем параллельно даже думать о каких-то других вещах. Вот эту проблему привыкания к непониманию языка возможно решить? Когда видишь молитву, я даже специально распечатываю большими буквами, крупным шрифтом, когда люди видят текст вот так, то есть глазами, особенно на церковнославянском, мы же в основном молитвословы используем на русском языке. И для меня было, кстати, очень радостно, когда мне люди говорили, мои ученики, что они читают молитвы все-таки на церковнославянском. Даже не понимая все, они стараются читать. Но мы привыкли видеть молитвы в молитвословах все-таки на русском языке. И, кстати, сейчас вот такой минус издательского дела, что достаточно мало литературы издается на церковнославянском языке. То есть что-то найти, я объездила все магазины Москвы, даже что-то заказывала через интернет, потому что не все есть, не все доступно. И, конечно, человек привыкает, наш современный на русском языке, сложно. Конечно, и это сложно, конечно, продать, я понимаю, да, вот в этом смысле. Но когда мы видим текст глазами, совсем по-другому. То есть здесь уже, конечно, сначала молиться тяжеловато, потому что пытаешься понять, что написано. Но все-таки привыкание, оно невозможно во время учебы, так скажем, да, мне хотелось бы так думать. Да. Какой-то работы такой. А потом я еще специально даю такие молитвы, которые не встречаются каждый раз. То есть они не на слуху, так скажем, потому что те люди, которые меня учили церковнославянскому языку, мои преподаватели тоже рекомендовали находить такие тексты интересные, которые не на слуху. Но это, конечно, уже потом. Для начала мы разбираем звательный падеж, например, очень интересная тема. Царю Небесной молитва всем известная, предначинательная, да, либо там перед учебой. Мы всегда молимся Царю Небесной. И не все знают вообще, кому эта молитва посвящена. Я деткам всегда задаю вопрос, ну, стараюсь, особенно на первых уроках, кому посвящена молитва Царю Небесной. И вот говорят, Господу Иисусу Христу, да, хотя на самом деле это молитва Святому Духу, да. И не люди тоже наши, воцерковленные, казалось бы, не все знают, что эта молитва посвящена Святому Духу. Вот мы начинаем с нее тоже, разбираем звательный падеж, который, к сожалению, в русском языке не сохранился. В церковнославянском языке 7 падежей, в русском 6. И этот падеж, он остался в таких древних формах, например, отче, доча, такие вот эти формы, они как-то закрепились в нашем русском языке и остались. А вот те формы, они, ну, как бы была такая тенденция, да, к упрощению после 1918 года, когда упразднили язык церковнославянский в школах, к сожалению, да, эпоха богоборчества. До этого церковнославянский язык был обязательным предметом во всех школах. И князь Владимир, когда крестил Русь, даже организовывал специальные школы, где люди могли бы обучаться этому такому искусству языка, этой церковнославянской вязи, как ее красиво называют наши вот преподаватели, известные педагоги. И почему он организовывал эти училища и школы? Потому что, так скажем, не так просто изучение этого языка. То есть здесь нужно приложить усилия, да, как в любом деле. Но когда красота языка раскрывается, а особенно когда мы часто читаем Евангелие на церковнославянском или псалтырь, потому что что такое псалтырь? Это молитва. Человек молится, и постепенно ему язык открывается. Это удивительные на самом деле вещи. Я могу поделиться собственным опытом, потому что когда я впервые купила псалтырь на церковнославянском языке, было сложновато, я не понимала половину, да, понятно. И когда просто молилась, часто читала псалтирь, постепенно, однажды, я поняла, что мне что-то такое непонятное и такое тайное, таинственное, уникальное раскрывается. Это было, знаете, момент узнавания вот этого того родного нашего, исконно русского. И такое чувство единения было, вот как на Пасху, да, на Светлой Седмице, когда мы все в храме. Единение со своими корнями, со своим народом. Потому что помните эту историю с преподобным Сергием, который не мог понимать грамоту, когда ему Господь открыл. То есть здесь, на самом деле, действительно, церковнославянский язык открывает сам Господь. И вот это уникальное. Я постоянно подчеркиваю это, рассказываю о происхождении языка, да, кто создал азбуку, наши святые, любимые Кирилл и Мефодий, которые, кстати, не только создали азбуку,
звук. Они же звуки даже ввели, фонетику ввели. Это тоже уникальное. Они в основном известны как просветители, да, славян, и создатели азбуки. Но не делается почему-то акцент, что создать азбуку — это ого-го, какой, извините, подвиг. А вот вроде бы так говорится общими словами, а на самом деле создать и звуки, и грамматику — это, конечно, уникальное дело. И такая, знаете, благодарность появляется нашим святым просветителям, что вот они оставили нам такое наследие. Подарили нам, да, удивительный язык. Я хотела спросить, детки, вот через какой промежуток времени вот изучение церковнославянского языка вообще открывает для себя вот его такую внутреннюю красоту, его поэтичность? Ведь даже читая Евангелие на русском, вот такой перевод, который, к которому многие привыкли, и церковнославянский, это как будто две абсолютно разные вот книги. И насколько поэтичнее, более мелодичнее звучит Евангелие на церковнославянском языке. Ну, с детками мы, кстати, начинаем сразу читать часослов. И те детки, которые уже много лет занимаются, у нас по 7 лет есть дети, ходят в воскресную школу, они уже читают, конечно, для них это несложно, но здесь очень важно подчеркивать преподавателю какие-то слова, обороты. Вот посмотрите, как звучит. Даже то же слово «други мои», да, либо «друже», вот это обращение, да, «друже» — звательный падеж, как оно красиво, как оно совсем по-другому звучит. И я, конечно, когда такие попадаются обороты, например, «отверзи нам двери», да, то есть не просто «открой», именно «отверзи». Вот такие слова уникальные, которых сейчас-то уже и не встретишь практически, особенно в наше время интернета. И, конечно, я стараюсь это подчеркивать, и я стараюсь донести эту любовь к слову, потому что это же наша культура, это наше наследие. И, кстати, вот очень важное я хотела сказать, обязательно поднять эту тему по поводу желания некоторых современных наших людей, которые только приходят в храм, которым многое непонятно, желание упразднить церковнославянский язык, то есть отказаться от этого нашего наследия и сделать богослужение, совершать на русском языке. К сожалению, эти люди не понимают, что даже уже те, кто немножко почитают молитвослов на церковнославянском, помолятся, правильно, да, скажем, на церковнославянском, они уже потом никогда не возьмут в руки молитвослов на русском языке, потому что все по-другому. Это язык молитвы, да, это богослужебный язык. Церковнославянский язык никогда не был разговорным, он с самого начала был именно богослужебным языком, языком молитвы. И упразднять его — это, конечно, кощунство, на мой взгляд. Нужно хранить это сокровище, беречь, доносить людям, что это несложно его выучить, как любой другой язык, тем более он нам родной. Всего несколько букв отличаются от русского языка в азбуке, в буквице, в имяслове славянском. Поэтому, если приложить небольшое усилие, тем более там Господь помогает, все открывает. Грамматику даже не обязательно ее изучать, да, потому что грамматику даже некоторые слова, как они пишутся, не все дипломированные специалисты знают. Вот какой объем надо знания церковнославянского языка вот пройти, освоить, ну, чтобы, по крайней мере, не чувствовать себя иностранцем в храме? Конкретный объем так невозможно сказать. Какой-то определенный набор, например, прилагательное, глагол, формы глагола, это спряжение глагола «быть» и «иметь», то, что на слуху. И местоимение, особенно «иже», которое где встречается очень часто, звательный падеж. Ну, какой-то вот минимум. Не обязательно даже вот эти шесть, там, сколько у нас, семь, практически очень много прошедшего времени в церковнославянском языке. Не обязательно это все изучать, потому что можно погрязнуть, и будет такое отторжение языка. Поэтому минимум элементарный 50-й псалом, 90-й псалом, какими буковками они обозначаются, да, в церковнославянском языке буквы, цифры обозначаются буквами, и вот для детей это, кстати, одна из таких любимых тем, особенно когда они сами могут поучаствовать, что-то написать. И очень важно тоже, интересно, какие-то маленькие молитовки, тропари к праздникам двунадесятым, кандаки. Вот у нас даже есть «Стихиры Пасхи». Это такая очень интересная книжица. Она даже для детей больше, но и для взрослых подойдет. То есть здесь избранные песнопения, именно пасхальные, на Светлой Седмице. Вот мы с детками, вот эта часть отрезается. Детки с энтузиазмом брали в руки ножницы, отрезали вот эту, делали книжицу, скрепляли. И отдельно тут рассказывается о празднике. То есть вот эта книжка очень интересная. И вот такие вот тоже молитовки разные, как такой пособие такое небольшое, буковки, например, определенная буковка, слова,
какие-то упражнения небольшие. А вот эти материалы все, где-то вот книжечки, это все, что доступно, приобрести, да. это все, абсолютно свободно. Кристина, вот такой практический совет, вот с чего начать, чтобы всю жизнь, какую-то часть времени ты читала молитвослов на русском языке, ну вот взять молитвослов на... Что надо сделать вообще? Сейчас продается очень хорошее издание с переводом Юнгерова. Это один из лучших, считается, переводов. «Псалтырь и молитвослов». Можно приобрести эти книги и по ним молиться. Молиться, и в начале этих книжечек есть пояснения краткие, цифирь разбирается, азбука очень кратко. А в конце есть словарик. Очень удобно. Для начала можно так. Мне очень нравится учебник Смирновой, мы по нему работаем, тоже очень доступно все, там и такие таблицы, я люблю с таблицами тоже работать, потому что так лучше запоминается. Я в свое время преподавала английский язык, поэтому какие-то наработки оттуда я стараюсь переносить сюда. И, конечно, больше практики. То есть, я как раз хотела сказать, наверное, но для воскресных школ, для детей, которые посещают воскресные школы, ходят постоянно в храмы, наверное, очень полезно и очень важно вот эта практическая часть освоения церковнославянского и пребывание непосредственно на восприятие песнопений, богослужебных текстов, которые они звучат в храме. С детками даже грамматику не нужно для начала разбирать, а именно те молитвословия, песнопения, которые они на слуху. Например, дома мы молимся перед едой, либо после еды. То есть тут тоже очень большая ответственность на родителях. То есть дети должны привыкнуть как к любому языку, когда мы изучаем, полное погружение, как говорится. Да? И также и в храме. У нас в воскресной школе «Утоли мои печали» в Марина есть детская литургия, где детки поют вот как раз по Ветрограду, вот по этим рабочим тетрадям литургия. Есть она на церковнославянском языке, есть на русском, и они держат эти книжки. Мы даже их так вот фиксировали, тихонечко фотографировали, как они с этими книжками, так очень все это мило, замечательно. И они уже привыкают, когда это постоянно-постоянно, то есть метод полного погружения, он работает и здесь. И также для взрослых, то есть специальные, кстати, я рекомендовала перед Страстной Седмицей книжку «Богослужение службы Страстной Седмицы», она, правда, на русском языке, но здесь тоже вы каждое богослужение, каждую службу, которая, да, каждый день посвящен определенным событиям жизни Христа, последних вот этих дней страшных и мучительных для всех нас, прямо с книгами стоять в храме, никого не стесняться, не обращать ни на кого внимания, открываете, читаете, и вы полностью проживаете, глубже погружаетесь в само богослужение, и эти службы через вас проходит присутствие в храме, а действительно полное осознание, потому что очень важно понимать, что происходит в храме, следить, отслеживать, то есть не просто быть, да, а именно соучаствовать, что такое богослужение. Это наше соучастие, мы как главные тоже участники наряду со священниками, поэтому очень важна эта практика, да. Кристина, когда вы только начали преподавать церковнославянский язык, какие-то сложности в плане как педагога, как донести какие-то вещи, они существовали, как в развитии, так скажем, профессиональная эта деятельность? Сложности всегда есть, потому что особенно, когда в самом начале приходят люди разных возрастов, кто-то постарше меня на несколько лет, да, кто-то помладше, и какие-то, конечно, бывают сложности в непонимании подачи материала. Кому-то хочется сразу читать Евангелие, например, был такой мужчина, который сразу хотел изучать Евангелие, но мы не могли пойти на такие уступки, чтобы сразу читать Евангелие. И существует определенный алгоритм, да, освоения? Конечно, как в любом предмете, потому что если сразу хвататься за сложное, от простого к сложному, никто же не мешает, никто не мешает дома читать Евангелие, да, если хочется читать именно на церковнославянском языке. Но когда мы вместе все, и кто-то даже букв не знает, да, как мы будем читать, мы просто не сможем это делать. И время, которое всегда для всех дорого, час пролетает всегда мгновенно, оно очень быстро заканчивается. Хочется очень много дать, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что не все так могут быстро усвоить. Еще очень важно, по крайней мере, я так использую такой метод, повторять на каждом занятии хотя бы по чуть-чуть. Давайте вспомним, что такое настрочные знаки, какие бывают ударения. И у нас уже ударение должно вроде бы как отскакивать
От зубов. Я преподаю на разных курсах, на богословских курсах в Коптево и вот в Марина, воскресная школа. И люди везде разные. Кто-то сразу запоминает, а кто-то вот у нас уже практически прошло полгода занятий, и мы никак не можем запомнить, что бывает три вида ударений. И камура — это у нас также и множественное число нам показывает. То есть очень интересно. И вообще на срочные знаки очень интересная тема. Вот это тоже вязь, вот это вся слово, титла. Очень красиво, как можно зашифровать слово, спрятать. Для деток это вообще тоже отдельная интересная тема, как такие священные именно у нас под титла пишутся священные слова. Те, кто относятся к церкви, Богу, Божьей Матери, святым. И детям, конечно, это очень интересно. Вот они узнают эти титлы, какие бывают слова, титла, добро, титла, ну, разные, под разными буковками. И какие там прячутся буковки. Вот мы угадываем эти слова. Конечно, и для взрослых это интересно, но сама формулировка слова, титла, ну, вот такие вот вещи, именно грамматические названия, они, конечно, сложноваты. Поэтому сначала нужно показать, как это все выглядит, а потом это уже все запомнится. Хотя, конечно, хочется и грамотности. То есть, когда я говорю, какие бывают виды ударения, конечно, тут хочется услышать какие-то такие вот именно термины профессиональные. Но это не главное. Главное — молиться на этом языке. Да? То есть вот можно ли выучить церковнославянский язык, только пребывая в храме, вот, на молитве? Или все-таки нужны немножко специальные вот знания? Если есть желание читать и понимать разные тексты, не только богослужебные, потому что тексты на церковном славянском языке в основном используется только для богослужений. Но если есть желание прочитать все Евангелие, потому что не всегда бываешь в храме, и невозможно всегда все Евангелие или Псалтирь, да, проследить именно по богослужебным, по богослужебному ритму. Поэтому, если есть желание почитать что-то дополнительно, конечно, нужно понимать, что означает это местоимение, что такое звательный падеж, хотя бы элементарно. Это как уже, какая цель, да? Какая у нас цель? Просто, например, если научить деток читать, то, конечно, здесь метод погружения именно через богослужение, литургию в основном, они всеночное бдение, не все ходят на всеночное бдение, и поют они литургию, именно детская литургия бывает раз в месяц, когда они все вместе, они уже эти молитвы знают. А если дальше идти, то это уже, конечно, задача дальше родителей. Мое дело заинтересовать, привлечь, увлечь разными методами, потому что... И научить учиться самостоятельно. Вообще, это, конечно, сложно. Это сложно. С домашними заданиями очень сложно, потому что даже взрослые не всегда могут выполнять из-за нехватки времени. А детки, то есть у них там масса нагрузка, других, да, огромная нагрузка. Кто-то у нас они практически все музыканты в Марьино. И какие-то концерты, спортсмены, футболы, да, ярмарки, да, которая совсем недавно вот прошла. Да, недавно была в Новоспасском монастыре постовая, фестиваль постной кухни. Отменились даже у нас занятия по этому поводу. К большой скорби преподавателей. А к детям, естественно, взрослым большой радости. Кристина, а сколько часов вообще вот отведено в воскресной школе вот на церковнославянский язык? Мы занимаемся один раз в неделю. По часу примерно, где-то так. Для языка это совсем немного. Это очень мало. А в воскресной школе в Марьино 45 минут всего. Это очень мало, особенно для взрослых. Конечно, этого мало. Но они очень сознательные, стараются... Дети или взрослые? И взрослые, и дети. Они стараются как-то вот порадовать и учителя, и себя, и друг друга. Но тут, конечно, иногда тоже бывает все, и разные бывают ситуации, разные настроения. Но с детками, конечно, здесь отдельная тема, чтобы их заинтересовать, это, конечно, нужно тоже прилагать усилия. Но они мне очень многое дают. Они иногда поднимают такие темы, потому что интересно рассказывать о праздниках, тоже через церковнославянский, либо о церковнославянском языке, через праздник какой-то разбирать тропари. И, соответственно, важно рассказать о празднике детям. И у нас темы иногда так плавно переходят, например, а вот могли бы мы, современные христиане, пострадать за Христа, пойти в клетку со львами, как в Древнем Риме, да, первые христиане. То есть дети такие темы поднимают, вы знаете, и сидишь, и не знаешь, как на это реагировать, и радуешься, с одной стороны, и понимаешь, какая ответственность перед тобой. Да? То есть у нас вроде бы такой предмет церковнославянский язык, а намного глубже все. Как будто бы отношения. Но на самом деле
благодаря церковно-славянскому языку человек может подтянуть себя, свои знания, как-то улучшить, обогатить в плане истории, потому что в учебниках очень много, конечно, и повести временных лет упоминается, и князь Владимир. То есть можно очень так хорошо подтянуть свои знания по истории, по культуре речи. Языкознание, конечно, это тоже все, это литература. Хотела спросить, вот говорят, что 55% современного русского языка так, или напрямую, или косвенно связано с церковно-славянским языком. Вот такие открытия для ваших детей, вот они удивительно бывают. Да, конечно, они иногда узнают, например, слово «очи», либо, вот именно я уже приводила этот пример, «отверзи», то есть не просто «открой». И когда они узнают и видят что-то знакомое, конечно, для них это такие открытия, которые подталкивают их дальше заниматься. То есть не все потеряно, да, не все так сложно, и есть вот это вот родство, единство, о котором я говорю, что ты понимаешь, что действительно язык дает такое богатство, именно тот, ты окунаешь взгляд туда, в прошлое, в наследие наше. И, конечно, детки очень радуются этому, и это их стимулирует. Кристина, опять же, есть вот такое мнение, что архаизмы, вот эти слова, которые вышли из употребления, вообще выходят и не так часто встречаются, они засоряют и так засоренные детские головы. Вот действительно, оно, быть или не быть, вот, этому, вот этой лишней информации в детской голове. Вы знаете, то, что нужно отфильтровать, мозг, наверное, отфильтрует, а то, что должно остаться, я думаю, в сердце, наверное, вот эта радость от занятий, вот это хочется больше, знаете, даже не сколько какие-то зачеты, контрольные работы, я стараюсь их не проводить, а больше вот такие в виде опросов, потому что деткам, конечно, и так нагрузка большая, а те слова, которые, как вы сказали, да, вот такие древние слова, архаизмы, они, наоборот, обогащают речь. И когда дети могут что-то такое, выражаясь по-современному, вернуть среди своих сверстников, вы знаете, это же колоссально. То есть это настолько здорово. И но немножко не ценно. Делает это немножко другими, отличными от сверстников. Ну, христиане, всегда что были. Здесь говорить? Мы все не от мира сего. И, конечно, когда... Но когда взрослый уже с осознанным вот этим пониманием живет, ребенку, конечно, наверное, сложнее, пока эта личность еще только формируется. Их, так скажем, спасает то, что есть воскресные школы, что нас много, что они вот крутятся, вертятся вот в этой среде, воскресной, как в воскреске, да, мы говорим так по... Так, на таком жаргоне церковном, воскреске, они там не чувствуют, конечно, себя не от мира сего, либо чем-то обделенными, либо какими-то белыми воронами. И мне очень нравится, когда прям радуется душа, когда они отстаивают, вы знаете, какие-то вещи. Вот один мальчик, например, мне рассказывал, что такое пуд соли. А вы знаете, Кристина Евгеньевна, я посмотрела в интернете, что такое пуд соли. И чтобы, оказывается, чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть. У меня был друг, который меня предал. Я ему задаю вопрос: вы съели пуд соли? Он говорит: я посчитал, что пуд соли нужно есть 4 года. Я говорю: ну вы-то с ним съели пуд соли, и ты его простишь, что он тебя предал? Ну да, конечно, прощу, но я так потом поняла, и с мамой его разговаривали, что была такая рана у ребенка, да, что, ну посмотрите, как интересно, то есть человек вошел в интернет, открыл, посмотрел, какой-то вот услышал, видать, где-то на уроке вот эту присказку, такой вот фразеологизм такой, да, пуд соли съесть, что это такое, я даже не знала, что пуд соли, это так много, что его нужно есть 4 года, но действительно, это уникально. То есть такой замечательный вообще процесс, наверное, преподавания. Да, и они меня порой учат таким вещам, они мне открывают такие вещи, что я благодарю, понимаете, за вот эту возможность. И вообще, конечно, для меня это очень ценно, что в наше время есть возможность вообще говорить об этом, обо всем, об этой красоте православия, потому что еще совсем недавно, потому что время летит колоссально и быстро, все это было под запретом. Сейчас у нас в книжных магазинах, церковных лавках раздолье, только почему-то лавки не такие насыщенные людьми. Ну, бывает, конечно, но все равно это не та тема, да, не та тематика, которая вызывает там бурю каких-то эмоций, либо шквалы, там, длинные очереди в магазинах. Поэтому да, очень важно. К сожалению, прошли те времена, когда вот этих дефицит книг, она как-то болью отзывалась в каждом сердце русского человека, ну, потому что это на самом деле читающая, знающая, очень любознательная страна и наш народ. Ну, сегодня обратный процесс, наверное. Книги есть, выбор огромный, но, да, как вы справедливо заметили, очередей вот нет.
Да, но вы знаете, когда вот на Светлой Седмице, как раз когда я говорила о службах Страстной Седмицы и рекомендовала эту книгу, я уже много лет сама с ней стою в храме, несмотря на то, что я преподаватель, вроде бы, как говорится, должна все знать, все уже должно отлетать от зубов. А погружение, это все равно, это важно. Еще она, раскрою секрет, помогает не уснуть во время богослужения, потому что Страстная Седмица очень насыщенная такая концентрация, очень много душевных, именно духовных сил, физических уходит. А с книжкой ты себя держишь. И когда мне пришло на Светлой Седмице сообщение в WhatsApp, у нас есть группа в WhatsApp, у нас все современно, мы вот обмениваемся там разными упражнениями и мыслями, как нам совершенствоваться в языке, пришло сообщение от ученицы: «Кристина, благодарю вас за рекомендацию книги «Служба Страстной Седмицы», очень помогла, такая хорошая книга». И вы знаете, понимаешь, что твое слово, все-таки вот эти твои усилия, оно воздается, может быть, не сразу. И, как мне сказал мой преподаватель, Кристина, там 2-3% людей возьмут что-то от уроков, а другие уйдут, но все равно что-то возьмут. И тут уже не твоя заслуга, поэтому делай свое дело, а там уже Господь да, все да. сделает сам. Кристина, я благодарю вас, потому что время нашей передачи пролетело. Как вот просто, всегда. Да, как всегда, быстро. Но еще буквально несколько секунд хотела вот фразу известного русского философа Ивана Ильина привести, что язык вмещает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. Вот хотелось бы про это всегда помнить. И помнить, что мы жители не только вот какого-то конкретного исторического отрезка, а мы ощущать себя должны причастными к огромному пласту православной культуры. И хранить. И хранить. Это и передавать дальше. Это сокровищница. Да. Еще раз спасибо Христос огромное. Христос воскресе. Воистину воскресе. Наши уважаемые телезрители, мы с вами сегодня прощаемся, но говорим, как всегда, до свидания. И до новых встреч!